Североказахстанские аграрии продолжают убирать хлеб. В этом году посевная площадь в области составляет 3 274 тысячи гектаров. По данным районных отделов сельского хозяйства, сегодня уже скошено 2 245 тысяч, что составляет 68,5% от общего объема. Обмолотили 1 800 тысяч, намолот составил 2 600 тысяч тонн при урожайности 14,5 центнеров. На косовице зерновых лидируют районы Макжан-Жумабаева 78%, Акаинский и Кызылжарский почти 75%. Отстают Тимирязевский и Мамлютский районы, областной показатель 68,6%. Обмолачивают зерно быстрыми темпами в трех районах. У Алихановском 67%, Макжан-Жумабаева 66% и Кызылжарском 65,6%. В числе аутсайдеров аграрии районов Шалакына, Тимирязевского и Акжарского. Активно убирают и масличные культуры, они скошены на площади 259 тысяч гектаров. Это почти 43,5%. Обмолочено 59 тысяч гектаров. Картофель убран на площади 25 тысяч гектаров. Урожайность 185 центнеров. Что касается овощей, то они собраны на площади 4,7 тысяч гектаров. Урожайность 257 центнеров с одного гектара.